Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Покровительство Венеры дает этим людям неоспоримые преимущества. Как правило, они очень привлекательны и пользуются успехом у противоположного пола с юности до весьма преклонного возраста. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Они добросовестные, исполнительные работники, прекрасно ладят с окружающими. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Негативные качества – тревога и беспокойство по пустякам. Люди с этим именем редко делают ставку только на свою внешнюю привлекательность. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Этих людей отличает порядочность, чувство ответственности и трудолюбие, хотя их не назовешь энергичными. Заботливые, ответственные, дисциплинированные и романтические личности, они любят детей и животных, проявляют заботу о других, часто являются хорошими семьянинами. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.